Добрый день! Сегодня у нас 6 апреля, уже конец рабочего дня. И хочу вам показать, что буду делать уже на концовку. Вот у меня такая вот магнолия, смотрите. Сейчас расскажу ее историю. Вот какая корневая мощная. Я уже ваше время не отнимал, то есть выкопал ее раньше, чтобы можно было сэкономить его, чтобы быстрее было. Но с ней такая история. Это сорт звездчатая такая есть. Ну, хорошая, достойная магнолия. Вот если вам видно, видите, она уже у нас вся с цветами. И, наверное, года два назад у меня с ней была такая история. Я заехал в питомник. И все знают, что в питомниках многие из вас покупали растения. И никто не хочет покупать таких заморышей, замученных растений, которые не поливались, скажем, был за ними плохой уход или еще что-нибудь. Ну, я люблю покупать такие растения, мне нравится. И вот смотрите, как за какое вот время, что она здесь была в этом месте. Просто сейчас ей здесь место неподходящее. Я посадил ее сюда на глаза, чтобы здесь, ну, скажем, не забывать о ней, к ней чаще подходить. Ну, вот какая красавица, она у меня выросла. И вот сейчас ее буду пересаживать. Сейчас еще один момент вам покажу. Вот у нас тоже вот такие вот животные, допустим, взять эту собачку. Никто ее не хотел тоже брать. Даже ее взяли и вывезли. И с гордостью тут вся деревня говорила, что мы эту собачку вывезли, и больше ее здесь не будет в деревне. А она все-таки опять пришла, и я ее после этого себе сразу забрал ее. Вот у нее дефект тут лапки, сломано было в детстве. Вот такая замечательная собачка. То есть люблю вот такое вот все, скажем, которое не подходит для многих. Ну вот продолжаю, значит, тут телефон зазвонил. Смотрите. Сейчас я ее возьму, мне нужен помощник, кто меня снимает. И вот сюда на плетку, вдвоем мы в тележку ее. И на постоянное место ее мы определим. Я вам покажу, как ее посадил. Ну, один тут я не справился, помогали мне. Вот смотрите, приехала она на постоянное место, здесь она будет расти. Вся она с цветом, вот вам четко видно. Вся в бутонах. Ну, продолжение, как всегда, будет. Ну, здесь у меня тоже растут магнолии, если вам видны. Вот она приехала к ним. Ну, вот яма была здесь немаленькая. Смотрите, какая. Корневая у нее не глубокая, поверхностная. Ну, вот взяв, скажем, вот такого перегноя, смотрите, из моих туй. Вот у меня туи, вам видны. Взял такого перегноя и, скажем, вот здесь смешал его с грунтом. И вот таким вот образом перемешал это все и посадил ее, чтобы грунт дышал. Ну, сейчас вот засыплю, чтобы вы видели посадочную яму со своим саженцем или деревцем. И проливаем водой. Ну, смотрите сами, потому что как бы я это у себя показываю, а вы у себя смотрите, зона ответственности ваша. А то сейчас насмотритесь, будете все у себя делать, а потом за этими дальше растениями надо смотреть и смотреть, которые вот таким образом пересаживаются. Ну, вот проливаем, может даже сюда ведра и 4, и 5 надо будет воды. Напомню, что вода у меня не дождевая, вода из скважины. Ну вот, теперь надо ждать, ждать и ждать, проливать и ждать. Ну и понятно, что замульчирую я ее вот такой вот хвоей. Вот такая вот история. Напомню, что это сорт магнолия звездчатая, очень такая ароматная, классная магнолия. Она очень высоко не растет, ну,
пару метров будет. Вот что хотел вам сказать и показать.